Всем привет! Сегодня я вам хочу распечатать вот такую вот посылочку, показать, что здесь у нас пришло. И, ну, как я на треке определить не смогла, что здесь у нас пришло. И только пощупав, мне кажется, что здесь пришла косметичка, которую я очень долго ждала, поэтому я решила по-быстренькому заснять это видео. Давайте откроем, посмотрим. Да, здесь она. Моя долгожданная косметичка, которую я очень сильно хотела. Она тут в пакете больше ничего нету. Она, ребята, многоярусная. Двух ярусов, если более точно быть. Вот такая вот красивая. Я не знаю, как вам сделать так, чтобы вам видно было. Вот такая вот она косметичка. Мне она очень нравится. Я давно ее хотела заказать. Внутри она самая обычная. Сейчас я попробую открыть вам. Показать. Тут вот зеркальце есть. Вот такие вот маленькие кармашки. У меня камера просто плохо снимает. Так, второе дело у нас простое. Тоже тут никаких кармашков, ничего нет. Но она очень прочная, очень качественная косметичка. Я уже такую как-то заказывала, но видео я не снимала. По ней мне очень понравилась она по качеству. Она прочная, крепкая, зеркальце. То, что всегда это у женщины самая лучшая атрибутика. В сумке у нее самое важное, это, конечно же, зеркальце. А такая вот косметичка в дорогу или куда-то еще большая, вместительная, очень любой девушке понравится. Всем рекомендую заказать ее. Всем очень нравится. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!